Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня мы начинаем проходить игру, которая называется Sacred 3. Игра действительно прикольная, мне она очень нравится. Мне вообще нравится такой жанр, как Sacred 3, то есть как Diablo 3, да, и вот эти все такие игры. Torchlight, я помню, тоже проходил. Не, ну в принципе, ребята, если вам нравится вообще хотя бы проходить другие игры, если вам нравится такой жанр, если вам нравится эта игра, то ставьте лайки, будем проходить ее. Давайте сразу же начнем начать игру. Так, сейчас персонажа. У нас, в принципе, 4 персонажа, но 5-й персонаж как бы с дополнения. Давайте выберем. Давайте, чтобы не было очень просто проходить эту игру, давайте выберем более такого слабого, не очень сильного. Так. Ну вот сначала вот этот немного такой, ну мне не очень нравится, какой-то немного гейский. Это как бы, ну что, это как танк, да, из мод там бум-бум-бум, короче, с одного удара трех убивает, это уже немного так сильный. Во, Марак предпочитает сражаться в первых рядах, ну короче, убивает толпы врагов с сокрушительным двуручным оружием. Ну как бы это очень так просто будет, мне кажется. Второй это азиат какой-то. Ну лучник в таких играх мне не очень нравится, потому что ну что, ты просто стоишь сзади и стрелами пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И так всех убиваешь, и просто это все. Вот. Это все, что тебе нужно. В принципе, он тоже мне никак как-то не очень так нравится. Давайте вот это. Ну, паладин, это как бы с мечом, да, вот крылья у нее какие-то тут есть. Тоже. Давайте, боевой стиль. Как божественная сущность Клэйр внушает ужас любому злому созданию. Она может... Ну, короче, это паладин, да, там солнце, свет, доброта, и мечом тоже ходит, всех убивает, тоже, ну... Давайте вот этот. Этот с дополнения, вот это как бы паладин, да, тоже, но... С другой стороны, это как бы тоже тьма, но он сражается за добрую сторону. То есть, когда ты им начинаешь играть, я уже каждым персонажем там проверил, как играть. И, в принципе, сначала даже говорит, что самый лучший вариант победить тьму, это другая тьма, как бы что-то такое. Но это как бы кинжальщик, да, с двумя вот такими кинжалами, и ходит всех убивает, тоже крылья такие тьмы. Ну, это, мне кажется, он слишком уже такой сильный, Китон, Ассасин Малахимов. Ну, мне нравится вот это. В принципе, у него фигурка такая ни хрена. Ладно. Ну, это как бы с этим, как с копьем, да, тоже ходит. Одним копьем трех, четырех, пятех сразу бьет, но как бы бьет, не убивает. Копье тоже. Ну, в принципе, такой. И девка мне нравится, можно и так сказать, чтобы не всегда парнями играть, а чтобы девкой тоже можно было когда-то поиграть. В принципе, копье это такое оружие, с которым я, в принципе, никогда не играл. Вот в таких играх я всегда играл или с двумя мечами, или с большим молотом, или с луком. Вот с копьем мне хочется попробовать. Давайте сначала хотя бы ее имя запомним. Алитея. Копьеносец Анкарии. Ладно, Алитея. Ну, давайте начнем ею играть, подтвердить. А сложность. Воин. Это самая легкая. Чемпион. Это такая нормальная. Легенда слишком сильная. Давайте, чтобы и не слабую, и нереально сильную, давайте чемпион среднюю. И сейчас у нас будет ролики рассказывать, что там и как. Давайте послушаем. Так, ребята, решил я, в принципе, не смотреть вот те видео, так как там задействована музыка вот этих создателей игры. Поэтому могут, в принципе, предъявить, да, что это не наша музыка. И лучше... Просто-напросто не будем вот смотреть. Хотя немного убавим вот этот звук, чтобы было нормально слышно. Давайте на один поднимем. Вот так. Ну, в принципе, уже графика. Графика у меня вроде все на максимуме стоит. В принципе, лагов нету. Вот. Вот копье. I can't tell if you're hearing me. Do me a favor, will you? Hit those barricades with your attacks. Нет, все-таки давайте на один немного. Вот так. Чтобы не очень... Копье. Действий. Так, прыгать на пробел и прыгать... Cartel's forces are headed straight towards those refugees. Can you stop them? Прыгай на нас туда, куда ты бегаешь. Окей, I put you in a tight spot. Try to avoid enemy attacks.
Ну, это как бы такие самые такие легкие враги, которые всегда убивают с одного удара. Нажми Е, чтобы схватить врага. О, это любое дело. Nice. I have a feeling that barrier ahead won't be away until you get rid of these baddies. Так. О, это уже посильнее, Вот люблю такие игры, потому что тут у тебя всегда набегает тут такое количество мобов, да, врагов. Those chests must have extra resources inside. Ага. Hit them and find out. Так, это что? Деньги или что такое? I heard you have a special ability that can really take your enemies out. Can you show me? All you have to do is use your energy to release combat arts. Ух ты, вот это крутяк. Казнить там можно было кого-то казнить. А вот это что-то такое. Вот эта атака вообще по кайфу. Some items can come in handy. Try this one. But I can't give you everything. Охренеть, вот это действительно мне нравится. Вот говорю еще раз, ребята. Так, нет, давайте еще немного. Они тебя бьют. Нравится, потому что на тебя всегда бежит такое нереальное количество врагов, а ты используешь какое-то умение и просто-напросто всех вот так раскидываешь. Казнить. Вот это вообще круто. Казнить, вот так прыгаешь на головы их и просто убиваешь. Вот это круто, действительно. Вот эта атака вообще офигенно. Вот так идет вперед и всех колбасит на своем пути. Вот это. Ну вот такая прикольная, вот это мне действительно очень нравится. Ладно, не будем тратить свои силы. Видишь свет, он показывает безопасное место, где ты можешь собраться с командой. Да, вижу. Так, ну что, давайте дальше потопаем. О, какие-то посильнее враги пошли. Ready? Go. О, офигеть. Вот эти щитами уже пошли. Эти уже щитами пошли. Так, этих сейчас я заколбасил. Отлично. Так, что с них там выпадает? Вот это так, это вообще охрененная атака. Офигеть, она была так нравится, шепкопут, когда вот так колбасит всех на своем пути. Так, нужно разбивать вот эти все сундуки, тут всегда нычки какие-то могут быть. Так, зачистить район, отбить атаку наемников. Наемников, ну понятно. Так, жизни. Ну, наш первый сундук сокровища. This better be good. I've got people to save. Keep your eyes open for more treasure. Better you get it than the enemy. I'm just saying. Сундучки с сокровищами тут тоже есть. Отлично, отлично. Можно собирать всякие плюшки. Так, сейчас давайте вот сюда. Ну, в принципе, сюда нам нужно. You're gonna fight me? Where's your armor? Охренеть, вот эта атака, это каждый раз еще больше и больше нравится. Да, заметно такие. Так, сейчас секундочку. О, вот это казнить, вот вообще мне офигенно так нравится. Как я понял... Just wow! I'd read about battles, but I could never have imagined how badass you are. Way to go! Но то, что я хотел сказать, как я понял, ну твои способности, конечно, не бесконечные, в принципе, как всегда, да, есть свой предел, то есть или мана, или энергия, или что-то такое. Тут вот эта желтая фишка вот тут кончается, да, вот три раза можно
использовать вот этот и вот этот несколько раз. Ну, конечно, не бесконечно, но тоже как бы. Нужно использовать с умом, да, не тратить много. И оно как бы пополняется тем, как ты собираешь или деньги, или вот так. Как, когда ты бьешь врагов, когда ты убиваешь врагов, как бы тебе идет энергия, да? О, это чё? Наш первый босс? Нифига себе. Первый босс. Сейчас мы его убьем. Так. Силовой прием, сдерживать F. Давай, 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 давай. I'm a free agent. Nobody more interested. Ну тут тоже такая игра с приколами есть, как я понял. The Ashner powering their weapons with fallen spirits. Sounds like he's ready to join our side. Так, это все нужно крошить. He makes me so mad. I want to paint him red and throw him in front of a really angry something. Это баба что-то бормочет. Не, ну прикольно. Не все так серьезно, знаете, как и серьезно так все в играм, а тут тоже свои приколы есть. А деньги, я не знаю еще зачем тут деньги, как бы, наверное, можно что-то будет покупать, конечно, за таких игрок всегда можно что-то покупать. Так, новые игроки. О, вообще, это атака. Usually I get ambushed by the lady. Так. Деньги, деньги, денежки. Сюда пойдем. И бам! Вот эти штуки тоже нужно разбивать. Капут. Офигеть. Так. И денежки, когда ты собираешь, тоже деньги. Тоже энергия идет. Так. Этого убили. Сейчас сюда пойди. О, офигеть. Офигеть. Знаешь, когда на тебя такая толпа врагов идет. Еще и кидать их можно. Так, это чё? А, это энергия. Так. Отлично. Это жизнь, да? То есть выпадает энергия, выпадает жизнь, выпадают деньги, да? Так. Еще один сундучок. Да. Офигеть, еще один сундучок. И это энергия, да? Да. Отлично. Так. Ну, в принципе, жизни у нас по фулу, но все же, давайте поднимем. И потопаем вот сюда. Так быстрее передвигаться, как я понял. Так, это чё? Ага, то есть глушить вот это, понятно. Ай-ай-ай, сейчас оно опять включится. Нет. Нет, она опять включается. Ну да, через какой-то промежуток времени. Это игра. Игра не совсем такая, как тот же. Ай, как ни.
Игра не совсем такая, как тут Diablo 3, да, так как тут вроде нету инвентаря, то есть нельзя собирать вещи, нельзя их менять. Вроде как я понял. Ай-ай-ай, вот эти чащиеся. Вот, вот эта казнь, это вообще сдуреть может, так прикольно выглядит. Так. На тебе, ну на тебе. На, отлично. Фу. Оу, бэйби. Оу, бэйби. Поубивали всех. Деньги, вот тут денежки у нас. Да. Жизни. И тут жизни, но жизни у нас уже все. Ну, в принципе. Ну, в принципе, можно пособирать. Почему не собрать? Хотя нет смысла, но все же. Ай, освободитесь. Казнить. Вот, вот, вот эта казнь вообще офигенная, просто действительно. Так, вот сейчас нам жизни нужны. Oh, baby. Сейчас нам нужны. Казнь. Отлично. Сейчас. Сейчас. Тут нифига нету. Там я видел какой-то проход, я не знаю. Ну, в принципе, вот в этих всех проходах всегда сундучки есть. А, тут нифига нету, ладно. Потопали отсюда. Так. Сейчас. Так, отлично. Капут, куча, куча. Офигеть. Офигеть. Все, всех мы поубивали. По 5 денежек в куче. Не, ну по идее, если тут есть деньги, то, конечно, нужно же собирать всякие другие вещи. They're all free. Do you feel amazing? I feel amazing. So you took my slaves. I'll just use you to man my ships instead. Scared. Not as much fun as you think. You don't scare us. We'll clear the rest of your men and... What's Опять это хрень? А, или что она там хотела сделать? А, сколько у нас там? На, 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 всем вам. Baby cakes. Офигеть, сколько бабла уже у нас. По идее, должно быть. Так. Все, пошли дальше отсюда. Это чушь. Это нифига. Вот, поход сейчас нам вот сюда. Ну, конечно, сюда больше, в принципе, проходов нету, да? Сейчас. Так. Нужно смотреть, тоже всегда есть вот эти даже сундучки там с деньгами, с вот этим всем. О! Разрушен. Воу, воу. Воу, этот хрень падает. Так. Эта хрень падает, и как нам... Как нам её обмянуть? А, в принципе, она на тот не раз не ударит. Воу, воу. And bad construction. The balcony collapse, you can make a way out. О, еще даже ни разу у нас не попали. Никто не попал. Все. Контрольная точка. This whole time the enemy has been flooding in through this breach in the wall. Ugh. Think you can do something about it? Сейчас у нас нападат. Так. Па!
На. You know what? Еще один босс. You're so close. That could be whatever. Not so tough. Ай. Right? Ай. Ай. Так, сдерживать. Да сдерживаю. А, давай быстрее. Что это вообще было? Ай! Ай, нет. Вот с этого нужно убегать. А, все, мы его убили, отлично. Куча бабла. One more time. You did it! You saved the city. Maybe you should also save the enemy camp, if you know what I mean. Мы отсюда пришли, по идее, да. Так, а сейчас нам куда? Чё, тебе не допёр? Чё, тебе не допёр, куда нам сейчас? По идее, сюда. А мы не отсюда ли пришли? Или мы оттуда пришли? А фиг его знает. Да нет, мы отсюда пришли. Дайте подумать. Чё-то я ни хрена не понял, куда нам сейчас. И куда нам сейчас? Ребят, я чё-то не допираю, что нам нужно. Члены отряда, управление по... Пойди вот сюда, да? Чё-то не догоняю, ребят, куда нам идти, если честно. Вот, ну, назад точно, как бы, мы отсюда пришли, да? Вот куда нам дальше идти, я, если честно, не просто не понимаю, куда нам идти. Нет, ребят, я не в курсе. Хрен его знает, куда нам... Я просто думал, поэтому нельзя ходить, как бы. Развалины, ладно. Допёр. Okay, you're officially no fun. You beat my men, free my slaves, and now you're in my camp? I'll pay one gold back for each of that scheming heads. Вот так вам, зараза. Секси! What's the matter? Chicken! Come and get me! No one can stop you! I've got a bad feeling about this. О, так, это нужно остановить. Хотя нет, зачем нам это останавливать? Оно их же даже убивает. А, ну, блин, остановили, как остановить, ладно. Так. Вот так, отлично. Ай, чуть оно нас... Воу, это что такое? Это типа начало сражения с боссом? Мне так кажется. Да, что-то такое. Или нет, или это проход на другой уровень. В принципе, ребят, я так думаю, давайте на этом закончим эту серию, первая серия. Вот, в принципе, дофига мы уже прошли. Ребят, если вам нравится эта игра, если вы хотите продолжение, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.